Так, народ, ну чё, не забывайте данное видео рекомендовать своим друзьям. Это мне нужно не для рекламы канала, это нужно для того, чтобы игра лучше продвигалась. Ну или игру рекомендуйте друзьям, мне без разницы как-то. Но я хочу, чтобы игра жила, ну и думаю, многие, кто смотрит, хотят. Хотя немногие там смотрят ее хер да ни хера. Начнем с этого. Так. Так. Как тут высаживаться на планету, как что делать? Это вопрос, конечно, хороший. Я выбрал шахтера, я хочу вообще-то покопать. Мне нужен модуль в тейл для того, чтобы еще между системами летать. Да, это только начало. О, 20 FPS, кстати говоря, прикольно. Такс. Попробуем, что ли, пойти пиратики попинать? Почему нет? Надо же посмотреть, что здесь боем-то сделали. Как думаешь? Мне интересно лично. А где пират крейт? Да и сохранишь нафиг случай. Ай, сохранимся. Да, кстати, у меня вот наемник нужен. Мне наемник говорит, вот много наемников, а что-то ни хрена никого не вижу. Его смогу догнать или нет? Не понял. Да, я иду к тебе. Ой, зря я это сделал, да? Так, давай все на передние щиты. Атакую его. Ой, на паузе. Давайте проверим в космическом бою. Временно приостановим бой. Вы можете в любой момент нажать клавишу P, чтобы приостановить космическую активность. Окей. Все, иди в задницу. Блин, у нас кораблик побольше меня немножечко. УЗБ, какая удобная клавиша. Так, управление. Пауза в бою. Ну вот так же вот B осталось. Как я вообще там первый раз воевал, мне кто-нибудь напомнит? Угу.
Напомнит когда-нибудь. Поздновато. Задний щит еще работает. Сзади тут прикроемся. Ненадолго, но все равно. Пока тут разберешься, как воевать, особенно с этой дурой. Давайте я вам объясню. Что ты мне там будешь объяснять, блин? Как у тебя летит пуля, так перед носом остановилась. Давайте я вам объясню, как вы сейчас будете выживать. А точнее, как пуля вам пробьет нахрен голову, и мозги ваши вылетят с задней стороны черепа. Комментаторша хренова. Ничего. Я себе разобрался, как сразу стрелять, и говорю, нам бы хватило вполне мощности. Тяжело, но вполне можно. Да, аж нажмите, я не хочу аж нажимать. И вообще, че за нафиг? Ну. Чё, пиратских кораблей, наверное, нема. Вражина, ты где? Блин, а тут что, рандомизация идет после каждой загрузки? Ты издеваешься. Дайте мне врага какого-нибудь хоть. Не, не дадите.
я нашел месторождение. А дальше-то что? Сесть-то я могу сюда или как? И чего? Бупага Бонд. Уже тут корабли достаточно хорошее количество, я смотрю. И около каждой тут станции есть, как интересно. Я уже еще одну станцию вижу. Не вижу кого-то со знаком черепа. А ты кто? Рох. Урох. Да я не знаю, это смертельный ко мне юнит или чё? А шёл ты вообще кто такой? Нет данных. Ладно, чё это за хрен? Да, попробуем с ним завоеваться. Получится или нет. Или я тут могу любой корабль вообще идти попробовать попинать. Вообще, как эту хренотень вырубать, надо включено. Мне-то как стрелять? Подлететь, нажать атаковать. Я вот как должен был это догадаться. Так, надо подлетать, нажать атаковать. Устраться в школу не ходить. Так, мне какой-нибудь. Ну понятно, это знак черепа, это значит мне звездец. Ну хотя бы я в этом разобрался. Уже в чем-то полегче. Я, блин, то, что я первую цель свою упустил, вот это вот очень обидно. Так, и как мне вообще жертвы свои находить? Хороший вопрос.
чистить шахты. Не хочу ничего сейчас очищать. Я хочу пирата за яйца поймать. Ой. Ну ладно, считаем, что мы повоевали. Хотя нам, скорее всего, звездюли поднадали, да и все. С этим я тревелом воевал. Вот есть еще один тревел. Попробуем с ним завоеваться давай. Почему нет? Он вроде тут один летает. Да ёптаю, как мне эта дура достала уже.
Короче говоря, два дебила вместе с силой. Мы тут друг друга вообще ни разу так не убьем. Нужно, короче, искать противника. Ослабже в разы. Ну вот пиратики были, а как, не знаю, тут сканировать. Ладно, полетели, короче, в шахты. В принципе, аптечки у меня патроны купил, которые можно было. А может, мне тут вопрос в чем? Так, ладно. Найдем кого-нибудь пирата, пойдем попробуем прибить. А здесь у нас галактика, если я не ошибаюсь, чает с умом и сообразительностью, да? Управление. Понять здесь было бы вообще шикарно. Что ты говоришь? А, то есть мы прилетаем к планете, мы ее сканируем. И потом можем садиться. Так, хорошо, вопрос другой. Мне нужна карта, система, чтобы понять, а, где я что сканировал, где я что не сканировал. Как в этом вообще разобраться? Угу. Короче, здесь еще весели много, я смотрю. И по поводу космического боя, да, блин, не вижу никаких особых сложностей. Ну, для начала мне нужно другое. Ну ладно, давай попробуем все-таки этой пуколкой тут позаряжаться. Эмигранаты у меня есть. Это против роботов. Посмотрим, что нас здесь будет ждать. В принципе, благодаря аптечкам я смогу здесь прокачать скиллы себе. Хотелось бы не сдохнуть. Где твою ж налево? Я вообще смогу его убить? Вот такой что-то вопрос стал. Он сильно не бьет, в принципе. Да и мы по ним что-то сильно, смотрю, ДПС-то не наносим. Это мы их хотя бы подвинули.
Да ладно тебе. Мужик, ты вот... Кого такой меткий? Неужели в меня? Плохой пример берешь. Это уже не смешно. Смотри, зеленый это щит, сработал щит. У нас есть реально здесь щит помогает. Или броня этого. Так, да, вот этот тобой сейчас будем экспериментировать с аптечками. Что надо подойти так, чтобы тебя достать можно было. А что, аптечки взяли вдобавок? А, кстати, мобики-то монстры здесь хорошо аптечки дают. Не удивлен. Подсветка объектов. Вот сейчас найдем какой-нибудь объект и будем уже проверять. А, так это у нас... Ну, я понял. Не совсем то, что я ожидал. Крысёныши, смотри, оттуда вылезли. Это было неожиданно. Надо не забывать перезаряжаться. Каждый раз одна и та же ошибка. Врага видит. Я вот никого не вижу. Да вы откуда, блин, беретесь? Волшебник из страны Оз. Самый прикол, что здесь придется пользоваться всеми видами оружия, только потому что это нужно. А, 14 мобов надо убить, значит, я понял. Я откуда не взялись-то хоть?
А, так они отсюда и прибежали. Чертеж. Нет. Угу. Так, журнал, 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 новая запись, очистить шахты. Ну, вот у нас дик-карта. Так, очистить шахты, ликвидировать всех мутантов, отлично. Данные. Чистить воздух, второй чиститель на этой неделе, осталось работоспособным, два чистителя воздуха, но я чувствую себя легким. Чё? Ладно. Да дело все, плевать, сколько это займет времени, ни хрена это не приносишь. Возьми нужное, иди делай дело. Сейчас видел блестящий корабль, направляйся к Архидиус, выследи его и ограбь. Ты знаешь условия, мы должны платить, да делай все. Какой веселый. Так, здесь холодно, полежу немного эту вентиляционную трубу, укушен так много раз, эта дрянь. Гвинет сбежала с припасами, медицинский шкаф заперт. Она сказала, что вернется, так холодно. Оружейный шкаф, Сара изменил под шкафа. По существу удалось, зашифровано. Мыслимо. Следующий номер 78. А, вот это барана. Чистить шахты. Осторожный сектор. Да, все рандомно тут делается, в принципе. Так. О, выскочил как черт из табакерки. Вот, блин, слов нет. Ребят, вы очень далеко. Можете поближе подойти? Ну, спасибо. Сейчас я вам гранатку кину, вы не против? Так хорошо стоите вдвоем. О, оглушающий еще добавил. Давай-ка мы возьмем боевые гранаты, пока с оглушающими не будем играться. Ох, там их трое. Надо бы нам... Вот так вот сделать. Так, я могу попробовать, конечно, ударить их со всей мочи. Попробуем вот так вот сделать. Это будет пополезнее и болезнее будет. Чудно. Не, ну, меня, в принципе, все устраивает. Правда, дорогие, сука. Так, когти. Это точно мутанты. Не уверен. Так, ну это хоть что-то стоит. Газовая граната есть. Малая аптечка, патроны для дробовика. Так, кувалдочка есть получше. Вот только надо прокачку на эту кувалдочку. Ладно, народ, я на этом закончу. В следующих сериях увидимся. Всем удачи, всем пока.